Всем привет! Будем делать такого замечательного хорька. Для того, чтобы сделать, нам понадобится квадратный лист бумаги. Приступим. Сгибаем лист диагонально. Все линии сгиба хорошо проглаживаем. Раскрываем. Теперь вот эту линию и вот эту линию сгибаем к центру. Разворачиваем заготовку. Опять вот эту линию и вот эту линию сгибаем к центру. Сделали. Берем опять эту линию и эту линию. Опять сгибаем к центру. Сделали. Сгибаем заготовку пополам. Хорошо, все. Прогладили. Разворачиваем, переворачиваем и еще раз пополам. Нужно прогладить хорошо центральную линию. Раскрываем. Нам нужно эту часть заложить в середину. Для этого мы прогибаем здесь линии сгиба. Даем вперед, бумага собирается. Сделали. Теперь эту часть отворачиваем в обратную сторону. Разворачиваем и выдавливаем ее. Вот что мы сделали. Все, собрали. Разворачиваем заготовочку. Нужно вот эту линию согнуть к центру. Разворачиваем. Здесь есть линия сгиба. К этой линии сгиба нам нужно заложить вот эту линию. Возвращаем. Раскрываем. И вдавливаем серединку. Делаем мордочку. Теперь берем вот этот уголочек и тянем вот к этому уголочку. Поджимаемся и прячем его внутрь. Спрятали. Делаем ушки. Берем вот этот уголочек и немножко его подгибаем. С одной стороны и с другой стороны. Вот эту вершинку мы отворачиваем в обратную сторону. Завернули. Теперь делаем овал. Вот эти уголочки тоже подгибаем в середину. Вовнутрь сгибаем. Так, мордочка наша готова. Эту длинную часть нам нужно согнуть вниз. Загибаем и хорошо-хорошо продавливаемся. Раскрываем заготовочку и вдавливаем в серединку. Должна получиться вот такая заготовочка. Теперь эту часть нам нужно вывернуть вот сюда. Только прежде нам нужно развернуть лапки вперед. Так, берем и выдавливаем. Сделай. Теперь подгибаем, как я говорил. Подогнули. Разворачиваем. И нужно выдавить наружу. Что получилось. Теперь поднимаем хвостик вверх. Вот так вот. Раскрываем.
И опять вдавливаем серединку. Все, наш хорек готов. Ставим лайки и подписываемся на мой канал.